All right, we're here with Soyuz Commander Sasha Samokutyaev, my commander on the Soyuz, the guy who brought me here, the guy who's going to bring me home safely and bring Andrei home safely. And I'm going to ask Sasha some questions in Russian, and you might hear a voice translating in the background. That is our trusted translator, Sergei Volkov. He's hiding. You can't see him. He's off camera. But so Sasha, добро пожаловать в Cupola Corner. Welcome to Cupola Corner. Спасибо. Я хочу задать себе важный вопрос. 50 лет назад Юрий Гагарин произвёл первый запуск ракеты в космос с человеком на борту, и он сказал, у нас есть очень красивый, очень прекрасная Земля. So, как mm-hmm. ты думаешь, что ты чувствуешь, когда видишь Землю через иллюминатор, этот иллюминатор на борту станции? Как ты думаешь? Я понял, очень хороший вопрос, очень красивый и, наверное, больше философский даже. More philosophical. Наверное, как никто другой, Рон, ты знаешь, что это мой первый полет. Рон, you know, this is my first flight to space. Мы вместе его выполнили, ты был моим первым учителем и моими глазами на борту. We flew together, you were my first teacher, you were my onboard station. Ты первый видел мою восхищенную реакцию на то, что я увидел в иллюминатор нашего корабля. And you were one of the first men who saw my reaction when we launched. And look out the window. И я могу только от себя добавить, что я просто был восхищен тем зрелищем, которое предстало передо мной. I was just amazed what I've seen. Наверное, ни одна видеокамера, ни одна mm-hmm. самая совершенная фотоаппаратура не передала того восторга, что увидел человеческий глаз. None of the video cameras, none of the photo can tell you what person feel when he look at the beauty. И, наверное, восторг, гордость, радость, счастье. Это happiness, proud. Это единый порыв чувств, который вот вместе объединил в себе вот все человеческие качества, наверное, и плохие, и хорошие, но больше combined, это хорошего ощущения, доброго. Personality, bad, maybe worse, and best that can person feel. Of course, more happiness. И, наверное, я еще понял то, что не космос, как и небо, это та стихия, без которой я уже больше никогда жить не смогу. And I realized that the sky and the space is the place without being there, I can't live anymore. Спасибо. Да, спасибо. Следующий вопрос. Это может быть трудный вопрос. Как ты думаешь, как мы можем вдохновить людей сделать жизнь лучше на Земле? Как ты думаешь? Может быть, I could probably translate that. Understand, absolutely. Mm-hmm. Understand. That's a трудный вопрос. Да, трудный вопрос. It's a very tough question. Наверное. Well, maybe I should just say that I asked Sasha is, what does he think about how we can use this view mm-hmm. of the Earth to inspire people to make a difference on the planet? На самом деле, когда видишь нашу Землю через иллюминатор космического корабля, станции. When you look at the Earth from the illuminator of station or spaceship. И когда мимо пролетают материки, моря, океаны с огромной скоростью, oceans, continents that pass by with a huge speed. Вот, ты понимаешь, что это все настолько
гармонично и настолько беззащитно. You understand how harmonic it is and how harmonious. Беззащитно. Беззащитно. Without defense protection. Yeah, without defense protection. Fragile. Yes. И вот, наверное, если бы главы всех стран, может быть, это немножко по-детски, но если бы главы всех стран, которые у нас есть, смогли побывать на орбите в космосе. I wish the leaders all countries one day will fly to space. Вот, и смогли увидеть то, чем они должны не просто гордиться, а что они должны любить, вот это то созидание, которое, ну, трудно описать просто словами. And maybe they will be able to realize. Я думаю, что законы бы очень бы сильно поменялись, и поменялись они бы, разумеется, в сторону именно организации защиты и безопасности всего живого, что вот сейчас под нами. If they realize how fragile the life on the earth, а вообще, they would probably will cooperate better and maybe they'll change the habits and attitude to each other. А вообще, наверное, людям все-таки вот следует относиться друг к другу лучше. Другими словами, любовь — это самая сильная созидательная сила, которая есть в человеке, and которая может все, абсолютно все. И care more about themselves, love each other, because love is the force that. И если мы все-таки сможем, ну, наверное, даже не так, очень трудный вопрос. Я согласен. Очень трудный вопрос. Да, если, конечно, все-таки мы будем полностью отдаваться вот этому именно чувству, самому настоящему чувству любви, то, наверное, действительно, добро тогда победит зло. И мы будем жить прекрасно на одной нашей прекрасной планете. Finally, в общем, kindness will win in a battle with the evil, and we will live in a perfect world. Наверное, да. Как сказал классик, любовь спасет мир. As the classic said, love will save the world. Саш, большое спасибо. Это красивый ответ. My друг, Sasha. So, Ron, let me tell you about this guy. This guy is awesome. When we flew into space for the first time, it was Sasha's first time, but it was my second time, so I had been there before. And this guy, within seconds, it was like he was there for years and years and years. So he was a great, experienced, очень опытный. Ron is my space teacher. My instructor. So we'll say goodbye to all the people watching Fragile Oasis, and thanks, Sasha. That was a great answer. That was wonderful. So thanks.